Запись. Да, запись я поставила. Молодцы те, кто утром не спит. Еще больше молодец я, потому что я с утра уже накрашенная. И мы начинаем нашу планерку роста. Да, доброе утро, Людмила. Значит, сегодня мы будем говорить о нескольких вещах. Хочу предоставить план встречи. План вы видели вчера, я в чатах тоже его выложила. То есть план встречи у нас такой, то есть мы берем с вами курс на ноутбук и продолжаем обсуждать фишки по организации ЛТО, личного товарооборота. То есть на прошлой планерке нам Юльки Ченко великолепно рассказывала о том, как она раздает каталоги по близлежащим магазинам. Это была очень интересная тема, которую она с великолепным умением и мастерством раскрыла. И сегодня у нас тоже будут такие фишки по организации ЛТО от Трофимовой Екатерины. Что значит звука нет, все меня слышат? Еще раз плюсики поставьте, слышно мне меня или нет. Звук есть, Катя пишет. Люб, тем меня слышно? Слышно всем. Всем слышно. Хорошо. Вот, поговорим об итогах каталога 16 и поговорим еще о такой теме, как управление информацией. То есть я хочу с вами поделиться своими секретами записей, потому что у всех очень много заказов, встречи начинают проходить, и все очень такое интересное. Мы должны с вами записывать и держать это перед собой. Ну и, конечно же, поговорим об акциях и фокусах этой недели. То есть такой вот режим у нас работы сегодня. Конечно же, буду готова ответить на вопросы, которые, может быть, возникнут в ходе нашей с вами встречи. Ну и, конечно же, самая такая узловая тема, по которой мы хотели с вами сегодня пройтись, это именно курс на ноутбук, да, как же мы делаем с вами это замечательное чудо техники, которое скоро уже появится во всех домах менеджеров, да, которые уже взяли курс на ноутбук. Конечно же, реально стать обладателем ноутбука, но для этого нужно постараться. И как можно, какими методами стараться проводить вот эти вот мероприятия по сбору заказов, мы как раз-таки на планерках с вами обсуждаем. И один из методов создания ЛТО – это каталог в каждый дом, который мы успешно на прошлой неделе опробовали с Екатериной Трофимовой. Это наш новый менеджер 9%, и я с удовольствием передаю ей слово. Я нажимаю «Говорить», а Катя, ты тоже нажимай и перенимай у меня права. Здравствуйте. Доброе утро. Здорово. Меня зовут Трофимова Екатерина. Я менеджер 9%. Мамочка в декрете. Это мое первое выступление, мой дебют. Скажите, пожалуйста, все хотят заработать ноутбук? Я очень хочу новенький ноутбук. Мой уже потрепался, зависает. Ну, в общем, нужна замена. Для чего? Как это сделать? Нужно набрать 1000 баллов. И есть огромное желание. Год назад я с трудом набирала 150 баллов. Для меня это было сложно. Сейчас 150 баллов я делаю легко. Свои заказы я собираю в тех местах, где больше всего бываю. На танцы старшей дочери ходим, предлагает там каталоги. В поликлинику с вами ходили, там предложила каталоги. Аптека, магазин, то есть те места, где обычно я бываю в обычной жизни. А совсем недавно с моим директором и наставником Галиной Логиной, Галина Логина меня научила новому методу, каталог каждый дом. Живая стандартная девятиэтажки. Мы вместе с Галиной раздавали каталоги соседям моего дома. Ходили мы с 8 часов вечера до половины 10, обошли мы 2 подъезда, из них 78 квартир. 32 квартиры нам не открыли, 17 нам отказали взять каталоги, 13 квартир взяли каталоги. 3 из них сделали заказ. Мы потратили 1,5 часа, заработали 56 баллов. Что нужно иметь? Да? При себе нужно иметь действующий каталог,
Вот он говорит. Пендель такты, о присоединении, блокнот, ручку, каталог отдаем соседям, блокнот, записываем номера квартиры и телефон, контактный номер телефона соседки. Каким текстом мы предлагаем каталоги? Здравствуйте, я ваша соседка, работаю в Орифлейм. У нас сегодня проходит акция «Каталог каждый дом». Давайте оставлю каталог, выберите для себя и близких подарки к Новому году. Либо же это второй вариант. Здравствуйте, я ваша соседка, работаю в Орифлейм. Мне дали задание раздать каталоги. Давайте оставлю каталог, посмотрите, выберите для себя подарки к Новому году. В конце нужно, диалога нужно, конечно, договориться о будущей встрече, да, что приду заберу каталог, этот каталог пойдет дальше работать. Очень важно взять номер телефона соседки. Для чего это нужно? Все люди заняты, они просто вот забыть, про каталог не посмотреть. Мы по телефону позвоним, напомним. Посмотрели они, что выбрали, да? Этот метод очень прост. Он очень простой и приносит быстрые плоды. Для этого у меня был опыт с расстановкой листовок в эти же самые подъезды. Этот метод, конечно, для новичков, я, конечно, нарабатывала свой опыт. Расставляла я каталоги в подъезды на почтовые ящики, делала листовки каждую дверь соседям. На заготовок этих листовок я тратила для одного подъезда, тратила минут 30-40. Но таких подъездов не один, нужно заранее заготовить эти листовки. Результат был нулевой. Никто не откликнулся, никто обратной связи мне не дал. Вот. Соседи же из любопытства, с одной стороны, возьмут каталоги другим каким-то интересным и нужен, да, кто-то брал раньше, пользовался Орифлеймом, но нет источников, где взять. Метод раздачи каталога по соседям по сравнению с методом листовок работает быстрее и намного эффективнее. Быстро получаем заказы, нарабатываем клиентскую базу, у нас на руках остается номера телефона, с которым мы в дальнейшем можем работать. Я уже 16-й каталог отработала, 17-й каталог пошла по тем же самым соседям, раздала уже 2 каталога. То есть они у меня уже работают. Это моя новая клиентская база. Вот. Что я хочу? Я хочу заработать ноутбук, я хочу в этом каталоге выйти на 12%, оказывается, 16% не доработали, надо работать больше, не в серне. В ближайшем будущем хочу, конечно, выйти на хорошую заработную плату и достичь высокого уровня, да, директора. А 24-го меня пригласили на банкет, еду в Самару, мне это даст, конечно, большой заряд энергии очередной и большой стимул в работе. Большое спасибо за внимание. Желаю всем хороших заказов и стремительного роста. Спасибо большое. Такая яркая, энергичная речь, что аж прям аж колонки у всех хрипели. Кать, супер! Поздравляем тебя с новым освоенным методом, потому что, конечно же, клиентскую базу нужно расширять, увеличивать и, конечно же, учиться у них увеличивать баловый заказ. То есть очень хорошо действует тоже метод рекомендации, да, когда мы забираем каталог, они нам там, если вдруг говорят, что ничего не выбрали, мы им тоже говорим, как, а вы там что, не заметили набор, да, за 499 рублей? Поздравляю с первым выступлением. Девчонки, ну-ка оцените Катю по 10-бальной шкале, как она у нас тут провела вебинар. Я бы ей поставила прям 12. Я очень довольна. О, 15 Татьяна ставит. Классно, супер. Да, с дебютом. Ура. 100. О, правильно. Спонсор верит больше, чем консультант. В консультанта, чем он сам в себя верит, да? Супер. Вот видишь, какая тебе шкала? 10, 15, 20, 100. 100, 500. Короче, супер, молодец. Ну и, конечно же, не только Катя у нас молодец, да, у нас 16-й каталог ознаменовался огромным количеством результатов, и я хочу их немножечко озвучить, чтобы мы с вами погордились за нашу команду. Какие выплаты мы с вами получили за прошедший 16-й каталог? Нам компания в нашу небольшую команду с Денисом, да, заплатила 133 тысячи рублей.
Это бонус премьер-клуба на 12 тысяч рублей больше, чем в прошлом каталоге, да, 37 774 рубля. И объемная скидка на 20 с чем-то, по-моему, тысяч больше, чем в прошлом каталоге, это 86 289 рублей. То есть, в общем итоге мы заработали тысяч на 40 больше, чем в прошлом каталоге. И это дополнительный факт гордости, да, за команду, за партнера, с которым мы с вами сотрудничаем. Потому что, ну, реально не найти сейчас инвестора, который ваш маленький бизнес, да, на где-то 500 000 рублей вложит 133 тысячи. Это вообще, ну, просто нечто, это космос. Я считаю, что мы с вами все большие молодцы. Это наша общая заслуга, что получились вот такие вот цифры, такие вот космически успешные результаты. И мы с вами вообще супер команда. Очень мечтаю, чтобы эта цифра увеличилась как минимум в 3 раза, чтобы у каждого тоже была возможность исполнять свои мечты, такие большие мечты с Oriflame. Я уверена, что маленькие мечты уже каждый осуществил какие-то, будь то там приобретение набора на Veg для себя, или там Wellness, я знаю, многие из нашей команды Wellness Life себе на заработанные деньги покупают. Это тоже круто, здорово, это наше с вами здоровье, это вложение в наше будущее, чтобы мы с вами не болели, были активными, энергичными очень долго. Ну и тем более личный товарооборот с Wellness Life очень легко делать. То есть у нас 29 участников премьер-клуба. То есть эти 133 тысячи распределились между 29 участниками премьер-клуба, то есть те, кто делают заказы больше, чем 150 баллов, потому что 150 баллов у нас – это условие начисления объемной скидки. То есть значит, что у нас 29 участников выполнили это условие и получили денежное вознаграждение от компании Oriflame. Причем 29 участников премьер-клуба разместили суммарно заказов на 7872 балла. То есть директорская структура сколотилась из 29 участников премьер-клуба. Это заслуживает, по-моему, отдельных аплодисментов. Получается, огромные балловые объемы, которые проходят через наших участников премьер-клуба. Да, мы с вами все большие молодцы. Поздравляю нас с таким космическим сбором заказов. Wellness у нас с вами на 1000 баллов выкупила наша команда. Конечно же, видимо, еще не все знают, что с Wellness от Oriflame можно стать здоровыми. Хочу на эту тему обратить отдельное внимание, потому что Wellness – это наше будущее, еще раз хочу сказать. Очень важно вкладывать в свое здоровье сегодня, сейчас, а не завтра, послезавтра, когда приспичит и прижмет. Для поддержания здоровья, для того, чтобы долго жить, необходимы всего лишь 2 продукта. Это пэк и коктейль. Вот чтобы долго жить, нам нужно их употреблять ежедневно. Wellness Pack – это витамины, минералы для нашего организма на целые сутки. Если бы мы ели фруктами, то это было бы ведро фруктов. И коктейль – это суперпродукт для питания клеток, чтобы клетки наши были здоровыми. Более того, эти продукты можно размещать в рамках Wellness Life плюс подписки, на которую сертифицирован наш офис в Оренбурге, Салмышевская 56, СПО 508. И Wellness Life, кстати, поставьте, пожалуйста, 5-ки, кто пьет Wellness Life, у кого они есть, эти подписочки. Когда размещаешь Wellness Life плюс подписку, очень удобно делать свои 150 баллов, потому что Life дает 100 баллов, причем постоянно на протяжении 4 каталогов. 3 мы берем за деньги, 4-й нам приходит бесплатно, но 100 баллов у нас остается и сохраняется. Это очень важный стратегический момент бизнеса. То есть мы как бизнесмены должны быть здоровы, и Oriflame нам дает такую возможность с помощью Wellness Life Plus. 19 участников стартовой программы. О, да нас много, супер, молодцы. 19 участников стартовой программы, которые получили свои подарочки. И, внимание, 64 новых звания, которые у нас с вами родились в каталоге номер 16. И, конечно же, мы всех сегодня посмотрим.
Какие же у нас лидеры сделали заказы больше, чем 150 баллов? Давайте будем знать своих героев в лицо. Вот они, наши золотые лидеры, да, золотой фонд нашего проекта. Козлова Валентина у нас лидирует чуть-чуть до 1000 баллов, не дотянула, 941 балл. Татьяна Ефимова 655 баллов разместила. Ну, я тоже хочу ноутбук, да, 558 баллов мои в этом списке. Людмила 516, Лена 485, Лена Киченко 456. Юлечку Киченко хочу отдельно отметить, она первый раз вошла в золотой премьер-клуб, 357 баллов. Помните, что она выступала, да, недавно, то есть вы знаете, каким методом она набрала свои эти 357 баллов и ворвалась буквально в золотой премьер-клуб. Елена Слепцова у нас разместила 335 баллов, и Гузалия 461 балл разместила, тоже умничка. Семейная пара Гузали и Аман, которые великолепно тоже собирают заказы, оздоравливают себя, причем и мужа, и жену, да, это тоже очень важно для гармоничных отношений. Умнички, тоже золотой премьер-клуб. И, конечно же, у нас есть новые участники премьер-клуба, это Алмагуль, которая у нас уже давненько в проекте сделала свои первые и не 150, а 215 баллов. Тоже от всей души поздравляем. Она будет смотреть записи, потому что с утра у нее немножко есть дела. Она не выходит на утренние планерки. Но я вас от всей души поздравляю. Я была уверена, что у вас получится. И вот вы сами себе доказали, что это возможно. И еще и всем нам, что возможно, сидя дома, собирать отличные заказы. Неважно, где ты живешь. А Екатерина Трофимова, как вы видите, да, 208 баллов тоже когда-то было сложно сделать 150, а сейчас уже 208 и очень легко. Сударева Ольга, которая живет у нас сейчас пока в гостях в Торонто, в Канаде, но тем не менее у нее вся семья оздоравливается с помощью wellness, и она оттуда уже полгода делает заказы в каждом каталоге больше, чем 150 баллов. Тоже, Олечка, я тобой горжусь, вообще супер лидер, супер молодец. А Блинова Татьяна закрепилась у нас в премьер-клубе. Второй шаг, второй каталог и 193 балла. Да, Казанцева Настя, третий шаг, 172 балла. Танатарова Сабина, второй шаг, 166 баллов. Новый у нас участник премьер-клуба Сухинина Галя. А мы с Галей сделали этот заказ в конце совсем каталога. Это была суббота. Мы с ней встретились в офисе, провели вводные курсы, она тоже решила активировать свой бизнес и сразу вышла на 6%, 165 баллов. Денис Логинов также у нас свой директорский объем выполняет, 161 балл также есть. И Надежда, Ирина тоже умнички, 162-152 балла. То есть у нас прям такая супер команда лидеров, которые размещают заказы больше, чем 150 баллов. И это еще не все. Вот они, наши новые звезды, да, это Прокудина Алина, второй шаг. А, квалифицировалась Алина у нас и 155 баллов сделала. А, Медникова Любовь, новый тоже участник премьер-клуба. Алена Сухорукова, 152 балла. Попова Елена, Федурина Катя. Дальше у нас идет целый шквал новых премьер-клубовцев. Рыбалкина Таисия, Дуля Галина, Ерина Катя тоже уже летом пришла к нам. Совсем-совсем накануне рождения второй малышки. Мамочка в декрете, находится дома и собрала первый свой заказ на 150 баллов. Алина тоже у нас пропущена, мамочка в декрете. С мамочки у нас рулят, такие классные заказы собирают и совсем не в напряг. То есть тоже 150 баллов, Катя, я тебя поздравляю, у тебя это получилось. Я тоже верила, что все получится, и теперь ты тоже сама себе доказала, что это все реально. Королева Вера у нас размещает 150 баллов заказа, тоже постоянно, бессменный участник премьер-клуба. Нагаева Вероника второй шаг, недавно присоединилась и опять сделала 150 баллов. Вероника собирает заказы на работе. То есть на работе тоже все моются, красятся и хотят красиво выглядеть, поэтому отлично размещаем заказы.
новичков вот у нас сколько, вы можете посмотреть, на какую сумму у нас вообще наши новички получили подарков, 10 наборов за первый шаг, 3 за второй, 3 за третий, 3 за четвертый. Это вообще супер, можно даже посчитать, да? А, тут выгоды нет. Но вот какие, да, 10 первых, 3 вторых, 3 третьих, 3 четвертых вообще. Супер, 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 супер. А Катя Трофимова как раз-таки только прошла стартовую программу, да, четвертый шаг получил в прошлом каталоге. То есть у нас такие кадры прям сразу раз, и вообще классно все получается. И сразу у нас все приходят в бизнес, строят бизнес. Как вы видите, что мы развиваемся, мы как проект растем, и только вам решать, с нами расти или чуть-чуть попозже присоединиться, когда мы уже вырастем. Вот, но интереснее расти всем вместе, поэтому приглашаем всех к сотрудничеству. Потому что вместе веселее ездить на банкеты, вместе веселее ездить на мероприятия. Вот у нас 24 декабря будет великолепнейший банкет, звездный банкет успеха в Самаре, куда мы направимся командой в 12 человек. И это тоже очень приятно, здорово, мы поедем поздравляться с девчонками. Вот, новые звания у нас тоже, достижений очень много, да, ура, Лена увидела свою фотографию, новый менеджер 15%, Лен, ну может быть пару слов ты все-таки скажешь без камеры, как ты, настроена с нами поделиться своей радостью или только пока в чате, ура, напиши, пожалуйста, не, да, Лена сегодня себя плохо чувствует, но мы тебе подарим свои аплодисменты, пожелание быть здоровой, счастливой, красивой и в директорской команде. Лена, это твое прям большое достижение, я тобой очень горжусь, что у меня есть такой партнер, как ты, очень рада сотрудничеству, многому учусь у тебя, надеюсь, ты тоже многое берешь из того, что мы с тобой обсуждаем. Ну и, конечно же, все прям получается, 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 да. Поэтому желаю тебе дальше лететь по карьерной лестнице успеха, использовать все возможности, которые есть у нас в проекте. Ну и, конечно же, поехать на банкет директоров 2018 вместе с нами. Двигаемся дальше. Мы тоже тебя очень любим. О, у меня прям такое солнышко. Смотри, специально для тебя вышло. Я сегодня сижу на кухне, и у нас такая сторона, когда мы можем наблюдать восход солнца. И как раз-таки вот на новых званиях солнце-таки дошло до нашего 11 этажа и светит вам тут почти в экран своим ярким-ярким светом. Ну и давайте пойдем дальше. Кто же у нас еще есть на 15%, да, потенциальные партнеры, которые еще не активировали свой бизнес, но их тоже очень много. Поздравляем девчонок с тем, что они уже вышли на 15%. Очень желаем им активировать свой бизнес для того, чтобы вырасти, для того, чтобы начать зарабатывать с нами деньги, ездить и получать очень классные премии. Также у нас есть новые консультанты 6%, которые активировали свой бизнес и размещают 150 баллов. Да, вот Сухинину Галину вы можете здесь видеть, Настю Казанцеву. И Блинова Татьяна разместила также заказ на 150 баллов свой и вышла на 6%. Только не нашла я ее фотографию, поэтому мы ей просто передаем пламенный привет, поздравления и радость, и гордость за то, что она у нас в команде вышла уже на второй каталог на 6%. То есть очень быстро растет проект, растут люди. И это очень приятно нам, как руководителям, что у нас с вами все получается, мы идем правильной дорогой. Ну и, конечно же, очень здорово, что мы все вместе двигаемся в сторону успеха с Oriflame. Потенциальные партнеры, новые консультанты 6%, которые еще не активировали в этом каталоге свой бизнес, тоже их смотрите как много. Эти слайды, если вам нужны, можно их выложить в чат и выслать тем людям, которые есть на этих картинках, что у них есть потенциальная уже возможность получать зарплату от Oriflame, что нужно включаться, что нужно расти, нужно
стараться, да, круто, их нас много. Представьте, что если каждый наш партнер с вами потенциальный процентник, неважно, новый он или уже он, несколько каталогов на определенном процентном уровне, разместят заказы на 150 баллов, да у нас у всех уже с вами будет много директорских структур новых, потому что это очень круто размещать 150 баллов. Мы с вами это знаем, значит, нужно просто рассказать всем о том, что это возможно, круто и интересно. А также 3%, которые активировали бизнес, это Алмагуль, Медникова Любовь, Рыбалкина Таисия и Прокудина Алина. У нас новый процентник, 3%. Тоже, Алиночка, мы тебя поздравляем. И Алмагуль, и Любовь, и Таисию всех. Вы тоже большие молодцы. Вот видите, опять солнышко вам светит. Радуется вместе со мной вашим новым успехом. И как бы мне от этого солнышка спрятаться, чтобы вы меня видели. Вот так. А то я сама себя не вижу, не пойму, видите вы меня или нет. И потенциальные партнеры, которые вышли на 3%, но еще не активировали бизнес. Смотрите, сколько нас с вами, аж 2 столбика пришлось их писать. Да, девчонки, молодцы. Желаем им от всей души активировать наш, ой, их бизнес. Тут картинка съехала. Но зато очень здорово, что есть у нас такие партнеры, и мы желаем всем скорейшего активирования бизнеса и включения в работу. Ну и, конечно же, для того, чтобы активировать бизнес, важно стать ключевым партнером. Я хотела бы еще раз вам напомнить критерии ключевых партнеров, которые у нас есть с вами. Это личный товарооборот от 150 баллов и выше, обучение, рекрутирование и активность в чатах. Согласны с такими критериями? Поставьте плюсики, кто согласен. Да, согласны, молодцы. Ну и, конечно же, очень важно для того, чтобы выполнять эти критерии, как-то вот с этим всем быть, да, это новое дело для любого ключевого партнера, и когда ты начинаешь собирать заказы, ты начинаешь как-то путаться в этих всех бумажечках, на которых тебе сдают эти заказы, да, судорожно листать каталог, чтобы найти вот эти вот самые вещи, которые нам заказали, что-то забыть заказать, что-то забыть отнести, заказать и не помнить, кто это заказал. Бывали такие случаи у вас? Я думаю, что они были у всех. Потому что это реально очень такая сложная тема для того, чтобы разобраться в этом. А когда ты разобрался, выработал свою систему, уже кажется все легко и просто, и кажется, что как же я вот раньше не знал, как это все делается. Оказывается, это все не так сложно, очень даже возможно, и не составляет большого труда. Поэтому я хотела поделиться с вами сегодня секретами ведения записи, да, и первые записи по первому критерию ключевого партнера – это личный товарооборот от 150 баллов, потому что все-таки у нас у каждого есть магазин, и не смотрите, что я старым каталогом прикрываюсь, новый у меня тоже под рукой есть, в кухне это мое рабочее место, у меня здесь стоит компьютер, поэтому каталоги у меня всегда. То есть предыдущий каталог, я по нему работала до субботы, поэтому он пока здесь живет. И новое обязательно у меня тоже под рукой лежит. Вот. И когда мы принимаем заказ по каталогу, очень важно все это записывать в отдельную тетрадь. То есть такое вот правило, что заказы живут в одном месте. У меня это вот такая вот тетрадь. Сейчас вам покажу. Вот, то есть корочки у меня такие вот жесткие в этой тетради, чтобы она у меня прожила достаточно долго, потом у меня осталась. Потому что мои клиенты – это моя база. То есть, когда вы, ну вот она обычная, тетрадка в клеточку, всем вроде видно. И, соответственно, я вот такой вот тетрадке пишу свои заказы. Какими правилами руководствуюсь я и предлагаю руководствоваться вам? Во-первых, заводить отдельный лист на список тех, кому мы отдаем каталог. Это могут быть какие-то сокращения, если они вам понятны. То есть я уже начала работать по 17-му каталогу, вот у меня вот так вот это все
указано, да, что вот в 17-м каталоге я уже какие-то отдала. То есть это мои клиенты, консультантов я сюда не пишу, поэтому у меня здесь таким вот образом все это показано. Отдельный листочек, вот он пустой с двух сторон, потому что каталогов я планирую отдать много. И обязательно важно этот листочек оставлять. И дальше вы уже пишете заказы клиентов. В шапке вы пишете имя. Если вы еще не выучили этого клиента, то пишите телефон и адрес, потому что тетрадка у вас останется, телефон вы можете сменить или, не дай бог, узел, да, потерять, чтобы у вас эти контакты все остались. И пишем примерную дату заказа туда, до какого числа у вас человек что заказал, для того, чтобы вернуться через некоторое время к нему, для того, чтобы совершить постпродажное обслуживание. Кто понимает, что такое постпродажное обслуживание? Я спрячусь от солнца. Вот. Постпродажное обслуживание – это когда вы отдали человеку заказ, а потом через 2-3 каталога звоните и спрашиваете, ну как вам? Что вы там подарили, что вам сказали. Не бойтесь делать его, это очень вам даст плюсик. То есть вы внимание людям окажете таким вопросом. И как бы уже у вас человек будет немножечко более так внимательно, лояльно к вам относиться. Даже если он вам какое-то возражение скажет, что а вот мне там что-то не понравилось, ваша возможность будет в том, чтобы отработать это возражение, снивелировать его и вывести человека на новый заказ, потому что это тоже одно из грамотных правил работы хорошего продавца. Мы с вами являемся продавцами, рекомендателями продукции Oriflame. Вот, то есть такие вот ремарочки для ведения заказчиков. Очень советую иметь отдельную тетрадку. Эта тетрадка всегда живет в моей сумке или около меня. То есть она у меня всегда со мной. Потому что заказы можно получить абсолютно в любой день, абсолютно в любом месте. И очень важно, чтобы тетрадочка была, чтобы не забыть потом этому человеку заказик принести. Двигаемся дальше. По рекрутированию, да, у нас следующий пункт. То есть правило такое, что все мы рекрутируем ВКонтакте, получаем отзывы и не всегда их переносим куда-то. Вот когда вы получили отзыв с телефоном, вспоминайте про правило, что собранные контакты живут в одной Google таблице. Почему Google? Для того, чтобы у вас был доступ к нему либо с компьютера, либо с телефона, из любого места, где вы есть и где есть интернет. Очень важно обозначать дату собранного контакта, фамилию, имя, отчество, телефон и ссылку на соцсеть, потому что вы контактировали с этим человеком в соцсети, и ссылка вам пригодится для того, чтобы потом с ним связаться, если вдруг вы не смогли связаться с ним по телефону. А если вы с ним уже созвонились и рассказали свое предложение, обязательно проставьте время созвона и результат, что вам этот человек сказал. Если вы ему выслали форму, то пометьте, что выслали форму, чтобы потом с него спросить, заполнил ли он эту форму. Очень такие вот, вроде как бы и простые действия, но они очень эффективные и емкие на самом деле. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну и, конечно же, есть у нас еще обучение. Какие руководства к управлению этой информацией у меня для вас сегодня есть? Расписание вебинаров и ссылки на них у вас должны быть всегда под рукой. На наши вебинары, которые проходят на нашей вебинарной площадке, ссылки всегда одни и те же. Это, пожалуйста, усвойте, да, когда на конференц или на ВК через сократитель сделанная, это одна и та же ссылка. И с любого браузера, с любого компьютера вы можете зайти. Если вы заходите с телефона, то вам нужно скачать браузер Puffin. Надеюсь, что все об этом знают, но на всякий случай продублирую название браузера в чат. Вот вы видите Puffin. Это такая птичка на зелененьком фоне. И с помощью нее вы можете выходить на вебинары в режиме онлайн с телефона. Это такая вот ремарочка, да, для ваших консультантов, может быть, кто хочет выйти, но не может выйти с компьютера. То есть иметь список записей, которые вы рассылаете своим ключиком или кандидатам, чтобы у вас были эти вебинары под рукой в отдельном вордовском файле.
Всегда нужно знать в расписании вебинаров и планерок, завести отдельную тетрадь для конспектов, потому что очень важно конспектировать то, что вы получаете. Очень важно складывать в голову знания, которые вы собираете на вот таких вот встречах, и стараться присутствовать онлайн. Вот это мое к вам пожелание. Если вы смотрите запись, то, пожалуйста, отписывайтесь в чате Болгарии, в чатах Турбороста, что вы посмотрели и что вы взяли с этого вебинара, потому что иначе получается, что проводим мы их впустую. Если у кого-то спросить, там, какой вебинар был 3 недели назад, многие даже не вспомнят, смотрели они его или нет. Потому что нету записи и нету вот этого проживания информации, которую дал спикер, пропускания ее через себя. Это очень важно, чтобы у вас мозги ваши росли. Спикер-то он вырос, потому что он приготовил этот вебинар. А выросли ли вы на этой информации? Или вам надо это все прорыть еще раз, перекопать и сделать свой вебинар на эту тему? Вот вопрос. Поэтому, пожалуйста, перерабатывайте ту информацию, которую вам выдают спикеры. Уважайте тех людей, которые тратят свое время на то, чтобы приготовить этот вебинар для вас. Ну и, конечно же, отзывайтесь, пишите отзывы. Это очень приятно и здорово, когда твой труд ценит. Вот, ну и мы плавно перемещаемся к акционному обзору, да. Мы очень рады с Денисом, так, что у меня солнце спряталось немножко, рады очень тому эффекту, который произвела наша акция в прошлом каталоге «Сияй в Новый год», и очень хотим повторить этот опыт. Хотим запустить и запустили уже акцию для нашей команды. Называется она «Волна успеха» от нас, от Галины и Дениса. Размещаем заказы от 150 баллов на первой неделе каталога 17. И участвуете в розыгрыше комплекса витаминов и минералов для женщин на 2 месяца. Будьте в потоке, будьте успешными партнерами проекта, потому что те, кто успешен, делают заказы на первой неделе, и те, кто делают заказы на первой неделе, становятся успешными. В любой формулировке есть своя правда, поэтому будьте успешными, делайте заказы. Акция пройдет на протяжении этой недели, то есть стартовала... Ой, так, ну все, сбила слайды. Нажала мышкой случайно не туда, да, стартовала она у нас 4 числа и закончится 11 декабря. И хочу заметить, что все, кто разместит заказы на 150 баллов в каталоге номер 17, получат лотерейный билет на розыгрыш бытовой техники специально для премьер-клуба на рубиновой вечеринке. То, что это тоже очень важно. Помним про рубиновую вечеринку, которая пройдет 18 декабря. Очень рады будем вас всех там видеть. Знаю, что многие уже приобрели билеты. Билет стоит 350 рублей, и там будет очень интересно. Там будет фуршет, там будет красное вино, там будет квесты, там будет приятное настроение. Очень много интересной информации для вас. Ну и, конечно же, развлечения, Новый год, фотки, лотерея и праздничное настроение. Поэтому приходите за билетами, билеты у нас еще в продаже есть, и зовите всех своих клиентов. Вот когда вы собираете заказы, как Катя рассказывала нам в начале сегодняшней встречи, предлагайте им вечеринку. Они, возможно, туда пойдут и, скорее всего, станут вашими ключевыми партнерами. Делайте бизнес большими мероприятиями. Раз такое мероприятие есть, его надо использовать в свою пользу. Поэтому дерзайте, еще билеты свободные есть, поэтому кто их займет, решать только вам. Первые участники нашей акции уже есть, это Лена с Валентиной, они уже сделали свой 150-балловый объем. Они молодцы, рады. Поздравляем вас с этим. Уже лотерейные билеты у вас в кармашках, в ручках и в сознании, что я такой молодец, я уже выполнила это условие. Есть те, кто сделал 100 баллов, есть те, кто сделал 120 баллов, поэтому я думаю, что участников у нас должно быть не меньше, чем в прошлый раз. Поэтому ждем ваши заказики, чтобы с удовольствием на следующей планерке разыграть комплекс витаминов и минералов. Ну и, конечно, какие акции помогут нам сделать 150 баллов? Это вау-праздник. Это акция на этой неделе, да, это великолепная маска,
всего лишь за 99 рублей. Это маска спа. Я лично себе 5 штук взяла, потому что я люблю ей пользоваться. Одной маски хватает при правильном нанесении на 4 раза, поэтому 5 масок – это 20 спа-процедур для моего превосходного лица. Я очень счастлива, и за такие деньги это просто смешно. Парфюмерная вода в Лоре Форева. Тоже великолепная цена. Зеркальце. Великолепный подарок на Новый год подружкам, клиентам. Сыворотка-концентрат. Тоже, знаю, многим нравится. Выравнивающий тон кожи и разглаживающий крем для век. Цены смешные, поэтому учитывайте это и делайте. Я надеюсь, что изучили все каталог номер 17. Вчера Ирина давала великолепный обзор, какие акции мы предлагаем по каталогу своим клиентам. Ну, конечно же, вне конкуренции наборчик, да, вот этот, вот так покажу. Ароматная страница, я уверена, что в каждом заказе такой должен быть. Очень много туши, очень много наборов туалетных вод, серединка распродажи каталога. Обращайте внимание людей на акции, я уверена, что они будут заказывать, когда вы будете пробежку по каталогу делать грамотно. Акция «Выгода в кубе» у нас идет, и мы с вами все в ней участвуем. Кто-то в том каталоге зашел, делал 50 баллов, и уже в этом каталоге будет размещать второй заказ на эту программу. Кто-то зайдет только в этом каталоге, но это тоже не страшно, потому что любой набор приобрести за 499 рублей – это тоже очень приятно, потому что подарки дорогие, подарки приятные, и есть смысл побороться за то, чтобы за 499 рублей его купить. Для этого нужно в двух каталогах сделать заказы на 50 баллов, в 17 и в первом. И во втором мы заказываем наборы. Фокусы первой недели у нас неизменны, это регистрация в день, мы стремимся выйти на эту цифру. Свой личный товарооборот очень важно размещать на первой неделе, потому что это наши с вами стабильные объемы. Ищем своих ключевых партнеров, помните, идем на удвоение. Составить планы на каталог, к чему вы хотите прийти по итогам каталога. На вебинары приглашайте новичков, потому что новички растут мозгами именно на обучении и на вводных курсах с лидерами. И акции «Твои настоящие моменты» и «Выгода в кубе», да, участвуем в этих акциях. Ну и, конечно же, вау-праздник. Домашнее задание, самообразование каждый день. Читаем литературу, которую еще не дочитали, потому что я так чувствую, что я много литературы даю, не все успевают ее читать. Ключевого партнера ищем, 10 страниц отрабатываем, список знакомых дополняем и утепляемся со всеми знакомыми в социальных сетях. Одно из заданий еще, пожалуйста, найдите в социальных сетях продавцов-консультантов, тех, с кем вы чаще всего общаетесь, у кого видите нагрудный знак, да, около сердца, с левой стороны. Смотрите там фамилию, имя и добавляйте их в ВКонтакте или в Одноклассниках. Ищите, добавляйте новых знакомых, начинайте с ними переписываться. Боитесь заговорить, начинайте переписываться. Уверена, что также вы тоже сможете найти ключевых партнеров. Ну и заводим, конечно же, диалоги со знакомыми. Минимум 3 диалога надо заводить, чтобы выйти на одну регистрацию по теплому рынку. Конечно же, мы стремимся к удвоению результата. Для этого надо прокачивать мозг книгами, которые мы рекомендуем к прочтению. Ну и, конечно же, кого мотивирует Болгария? Болгария пока мотивирует всех. В первом каталоге важно выйти на 7500. У нас остался один каталог с вами, важно хорошо поработать для этого. В первом каталоге, я уверена, что будут новые результаты, мы их очень ждем. По путешествиям, что еще хотела рассказать? Я в Болгарию в чат и в Турборост скинула информацию по путешествиям. У нас пришла информация по новому семинару, который пройдет в начале июня, пройдет он в Абхазии. Называется он «Лето, море, Орифлейм». Кто видел уже информацию в чатах, поставьте, пожалуйста, девяточки. Кто видел эту информацию? Видели, отлично. Кто не видел, почитайте. Там ссылочка на контактовую их страничку. Это великолепный семинар, который пройдет в июне перед банкетом директоров.
Он пройдет в Абхазии, он будет длиться 5 дней. За эти 5 дней мы получим феноменальную прокачку мозга от лучших бриллиантовых директоров, которые выросли за 2016 год. Они поделятся всеми своими фишками работы. Это будет интереснейшее времяпрепровождение с командой. Вы все видели, такие умнички. Но тогда я могу не говорить, да, сколько стоит, вы все это видели. Предоплату нужно внести до февраля, но чем быстрее вы это сделаете, примите решение и отложите вот эти самые 7 тысяч и отправите их на предоплату, тем лучше, потому что мест мало, а желающих, я уверена, много. Поэтому запланируйте свой отпуск с Oriflame. Лето, море, Oriflame – это классно. Там можно позвать свою семью. Семье будет это стоить дешевле, потому что не будет семинаров. Обо всем можно договориться с организаторами. И давайте запланируем поездку туда, потому что это будет очень круто. Кто согласен с тем, что туда нужно ехать? Плюсики поставьте. Я про лето, море, Oriflame говорю. Ну, я знаю, Татьяна, что ты всегда за любой кипиш, кроме голодовки. Да, о, здорово, девчонки молодцы. Ну, тогда курс на заработок 7000 рублей, чтобы поехать на лето, море, Oriflame. И помните, пожалуйста, не устаю показывать этот слайд, да, что возможно все и на невозможное просто нужно немножко больше времени, больше усилий, больше стремлений. Спасибо за внимание. Мы уложились с вами в наш регламент. Надеюсь, что наша встреча сегодняшняя была с вами полезна. Нам с вами всем привет, кто смотрел запись. Увидимся в следующий вторник в 10:00, уже, надеюсь, в режиме онлайн. Всем пока-пока. Ну и включу сейчас, наверное, ролик вам еще, да? О итогах каталога.